Здравствуйте, друзья мои добрые! Передаю вам привет из славного города Великого Устюга, из самой зеленой комнатки терема моего узорчатого. Спасибо вам за красоту, что сейчас меня окружает. Благодаря вашему усердию, трудолюбию, таланту безграничному радуют мой глаз елочки необыкновенные. Без ваших работ и выставки бы не состоялось в ожидании чуда. Спасибо вам, мои родные, ведь в этом году выставка особенная, юбилейная. Я в честь этого даже звание новое придумал. Ёлочка-именинница. Ребята из Вологодской кадетской школы-интернат имени Белозерского полка создали ёлочку из кристаллов сахара. Блестят, переливаются её веточки, как снежок искрится на солнце. Вот и решил я наградить их первым местом за елочку-именинницу. А какой день рождения без сладкого? Я и сам сладкое люблю. Праздники новогодние всех от мала до велика сладостями угощаю. Неподалеку от сказки моей стоит город замечательный, Красавино. Славен он мастерами-ткачами, что из льна синеглазового ткань крепкую делают. Вот из ткани такой льняной, исконной, появилась елочка моего родного края. А все благодаря ребятишкам из образцовой студии мягкой игрушки «Кудесница». Спасибо вам, мои родные, что ежегодно принимаете участие в нашей выставке. А наставникам у ребятишек красавинских Мощева Антонина Ивановна. У Антонины Ивановны немало воспитанников талантливых. Среди них краснодевица Дарья Шехерева. Удивила она нас двумя елочками. Раскрасавица, елочка-модница. В юбке-пачке, в сапожках, синим серебристым. А вторая величается елочка с любовью. Частичку своего сердца, своей души вложила и подарила сказке моей Дашенька. А вот в руках Дениса Ковалева инструменты творят настоящие чудеса. Чудесные морозные узоры украшают елочку деревянную. Тебе, добрый молодец, особая моя благодарность за необычность и оригинальность. Друзья мои, еще раз примите от меня признательность за ваше творчество, вдохновение. Надеюсь, что дружба наша будет с каждым годом крепнуть. И вы еще много-много раз удивите и меня, и моих гостей своими работами необычными. Ждите от меня весточек, письма благодарственные. До скорого свидания, мои хорошие!